Сотрудниками уголовного розыска раскрыты два хищения имущества, из домов, в совершении которых подозревается один человек. 6 апреля в полицию города Ак-Довурак поступило заявление о краже. 27-летний житель села Кызылмажалык сообщил, что ночью неизвестные, взломав замок входной двери, проникли в его дом и похитили телевизор и гитару. Семья заявителя крепко спала и не услышала, что в доме находятся посторонние. Еще одно аналогичное заявление поступило от 37-летнего жителя также села Кызылмажалык. Около 4 часов утра неизвестные проникли в его дом и похитили ноутбук и 3 сотовых телефона. Прибыв на места происшествия, полицейские пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен один человек, поскольку проникновения в жилые помещения были совершены одним способом. Злоумышленник использовал топор, чтобы взломать двери. Благодаря предпринятым неотложным мерам оперуполномоченных уголовного розыска полиции Ак-Довурака указанные преступления были раскрыты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные установили, что к совершению краж причастен 19-летний молодой человек, который нигде не работает и не учится. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. При допросе подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что кражи совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.